Всем привет, ребята! С вами, братуха! У нас мокрый снег, среда, 3 января, 1 градус тепла, 20 часов, 24 минуты. Ам... Освободившись от личных дел, я хочу вам прочитать вчерашнюю статью Warrobots, которая опубликована на сайте warrobots.net. Warrobots War Robots 2018. Интерфейс, подбор и быстродействие. В этой статье, то есть, начинаем, ребят, читать. Ой, я не знаю, первый раз читаю, вот честно говорю. Руку на сердце положил, вот направо, я, и все, и начинаю читать. В этой статье мы поговорим о конкретных аспектах игры и наших приоритетах. Мы просто перечислим их без лишних объяснений. Все эти пункты говорят сами за себя. Мне э, интересно, мы сегодня, как они пишут, мы сегодня поговорим о конкретных аспектах. А, если человек говорит, что мы сегодня поговорим, это значит, мы будем говорить, 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 много обсуждать, короче. И сразу же тут противоречат сами себе без лишних объяснений. Ну, список продиктовали и типа и все. <косилит> ну ладно, это я придираюсь, как всегда. Большинство из них уже в работе и должны быть готовы о первой половине года, <косилит> короче полугодия. Ну это до июня месяца. Боевой интерфейс. В 2017 году мы ввели в игру новый боевой интерфейс, который изначально задумывался как первый шаг в череде других классных нововведений. И в этом году мы намерены воплотить эти планы в жизнь. О да, мы ждем. Среди прочего, это такие небольшие, но важные вещи, как двоеточие, кнопка перезарядки. Аллилуйя! чтобы Punisher и Темпест были готовы к бою именно тогда, когда вам нужно. А про Таран специально не сказали, потому что братуха про Таран все время говорит. <coughs> Ладно, давайте дальше. Ну, это <coughs> бурная фантазия братухи. <coughs> давайте дальше. Индикация боевого рейтинга противника. Если роботы противника значительно мощнее вашего, у вас будет шанс отступить, прежде чем вы вяжете схватку. Индикация боевого рейтинга противника. Ни хрена себе. А, типа 6 тысяч кубков, типа 10 тысяч кубков. Да, понятно. То есть по рейтингу мы должны будем. А, а, то есть, а если парень full а, МК12, МК 212 а, МК левела, да, фулл, фулл там бульгасары хаече. И он а, полторы тысячи <губков> кубков сидит все, там в серебре. Что, будет всем отображаться, что он из серебра? О, пойдем отпиздим серебряного робота. А потом выясняется, он всем люлей надавал да, что-то не вяжется. Индикация боевого рейтинга. Боевой рейтинг, ребят, я тут не знаю, кубки только, наверное. Или объединиться с союзниками, чтобы уничтожить его вместе. Да, круто, представляешь? Объединяешься, короче, чтобы 10 тысяч кубков надрать. Ну, кто в чемпионке в двойной находится. Объединились такие, выходим такие, полностью вооруженные до зубов. А там косак бегает. Маяки на ивент забирает. А ты тут полчаса собирался, там, три минуты, чтобы отпиздить этого. Охуенного игрока, мощного. Да, прикольное это введение, а вот это ржаки будет. <laughs> да. Давайте дальше. Шкалы здоровья союзников. О, аллилуйя! Еще одна аллилуйя. Еще одна аллилуйя. Это э, шкала, ребят, здоровья союзников, про что я уже целый год говорю. Введите хоть какую-то минимизированную, там прозрачную шкалу, чтобы было видно, стоит ли помогать союзнику или нет. Но э, какая сейчас игра идет ланцелоты лопаются за 2 секунды, я думаю, шкала уже не поможет. Она была месяца 3-4 назад актуальна, сейчас она будет не актуальна. Да. Дальше. Шкалы здоровья физических щитов. Вы всегда знали запас прочности энергетического щита. Но для физических щитов никакой индикации не было. Мы решили это исправить. Да, это будет полезно. А как быть у Лунцлота, у которого три щита и находится один слева, другой справа, другой наверху? Как быть с этим щитом? А, триш, Ну ладно. Нет, ну блин, здорово, у Галаха это так пойдет. У Рина, а, блин, нормально, Бургасар будет знать, сколько у него осталось. Да, это здорово, это классно, ну это палец вверх. Кто за это, ребята, ставим лайк под видосом. И пишем в комментариях лайк. Прямо так и пишем. Лайк за здоровье физических счетов. Так и напиши прямо, если тебе не, не лень, Лайк за физические счеты, Ну давайте дальше. А, да. Приближение во время прицеливания. Вау, ни хрена себе, чтобы вам проще было стрелять с большого расстояния. Но это бред. Это бред. Дело в том, что оружие наводится автоматически, и не надо отстреливать в кого-то там что-то, кому-то в голову стрелять или не знаю. Но если повреждения модуля введут и свободный прицел, то да. Так как прицел автоматически, зачем это гребаное приближение? Ну, может быть, оно и будет к лучшему, ребят, чтобы просто смотреть на противника, а не какую-то там точку говняную робота, а просто робота на башку, фура, ну, на Ямонтау, например, да, там, приблизил друг друга, смотришь, с требучатами, пиу, пиу -друг, друг друга. В ближнем бою это бесполезно. Главное, чтобы она не мешала в ближнем бою, вот эта кнопка приближения прицела. Шкалы здоровья физических счетов это было, прежде было масштабирование пользовательского интерфейса. Вот это здорово. Масштабирование пользовательского интерфейса. То есть ты можешь его сам над ним работать. Это здорово. Чтобы вы сами могли сделать кнопки меньше или больше. А, блин, ну то же самое прочитал. Да, масштабы, масштаб. То есть кнопку больше, меньше. Здорово, здорово. Какую кнопку тебе не надо, можешь ее уменьшить. Какая нужна кнопка тебе, можешь ее ув увеличить? Это классно. Ясный интерфейс. Например, более понятные маркеры попадания. Ну, блядь, и так понятно, что попадаешь. Это только лишнее будет. Ну, типа, минус 100, ми минус там 1000, минус 2000, минус 3000. Главное, чтобы не лагало в этот момент, это здорово. Это здорово, Предлагаю, конечно же, скриншотик. И в таком духе, да. Маркеры попадания и в таком духе. Молодцы. Подбор игроков и честная игра. Давайте прочитаем подбор игроков и честная игра. Мы очень внимательно следим за тем, как работает подбор игроков. Следующие изменения затронут эту систему напрямую. Или косвенно. Вот, вот кто составляет это сообщение? перестраховался на все 200%. Представляете, как надо быть? Вот Я люблю власть или не очень ее люблю. Эта дверь белая, возможно, черная. Я доживу до следующей зарплаты, возможно, нет. Небо голубое, возможно, планета круглая. Ну какой бред вот так сравнивать вещи? Ну, Следующее изменение, вдумайтесь, следующие изменения затронут эту систему напрямую или косвенно. Нет, третий вариант могли бы включить. Или вообще не затронут. Напрямую косвенно или вообще не затронут. И, и ломай голову. Будет, не будет. А ось будет, а ось не будет. Как у русских все через авось. Сразу видно, русские парни текст составляли. Да, здорово. Читаем. Фух. Вот настроение сразу подняли. Аж на спать захотелось. Зависимость наград от уровня и нововведения, касающиеся кланов. Должны мотивировать сильных игроков продвигаться в рейтинге и сражаться с равными себе. Уничтожать всех подряд в лиге ниже своего реального уровня больше не получится. Уничтожать всех подряд в лиге ниже своего реального уровня больше не получится. Эм, это громкие слова, но дело в том, что у меня будет чемпиона 5100 кубков кидать к чемпиону 5100 кубков. 5090 кубков меня уже. В бой не пустит. Он, он ниже меня по рейтингу. Нет, ну я проутрировал, но, например, тысячи кубков уже ко мне не бросит, к примеру, ребят. А, и что ж тогда будут делать люди, которые на 10 тысяч кубков находятся? Вот он залез туда на 10 тысяч кубков. А, 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 ну просто представьте себе: нас играет там, ну, онлайн, 100 тысяч, к примеру. Сразу 50 тысяч в песке сидит, да? А, 35 тысяч сидит до чемпионки. Правильно, да? 25, 25 тысяч сидит выше 5 тысяч, правильно? До 7 тысяч сидит 10 тысяч человек. До 10 тысяч сидит еще 15 тысяч человек. 15 тысяч кубков сидит 100 человек. И они играют между собой. Но это проблематично, потому что половина, вернее, 90% уже в бою, остальные сидят, ждут в очереди полторы-10 минут. Не, полторы-то я залупнул. 10 минут ждешь, пока бой закончится. Нет, с каждым уровнем кубков у тебя будет постоянно больше времени идти перед началом боя. Постоянно. В песке тебе легче будет подбираться людей выше, уже сложнее с каждым шагом. С каждой лигой все. Выше, сложнее и сложнее. Поняли, да, про что я говорю? Возможность вернуться в бой после разрыва соединения должна снизить количество неравных матчей. Вот это очень здорово. Я, например, в игру Rules of Surferal играю. Там, блин, если из боя вылетел, тебе позвонили. Ты зашел обратно в бой. Игра полностью перезагрузилась, ты заходишь все равно в бою. Убили тебя, не убили, неважно, ты в бою. Вот этого воробоцу не хватает. Чтобы еще больше отвадить игроков от нечестной игры. По поводу нечестной игры я бы не стал бы громкие заявления делать. Нечестная игра. Снизит лигу, чтобы играть там внизу. Это не нечестная игра, ребят. Это необходимость, которую вы же туда пихаете, людей. Это не, не нечестная игра, пацаны, пацаны. Это читы, блядь, понял? Это когда голду через сторонних придурков покупают, потом аккаунты вам банят. Вот это нечестная игра, пацаны. Это нечестная. А, да. Мы ведем визуальную индикацию очереди с низким приоритетом и продолжим настраивать саму механику этой очереди. Система жалоб на недобросовестную игру позволит вам хм, хм. Ну тут реально он хмыкнул. Хм, сообщать об игроках, которые играют нечестно. Здорово, блин, здорово. Помимо, вот скриншот, короче, прилага. Помимо того, что они ввели Лигу Ливеров, куда ты попадаешь, к примеру, если играешь типа нечестно, повторяюсь, братуха, не разделяет это мнение, это не нечестная игра, это нельзя называть нечестной игрой. Нечестная игра. Как, может, у меня по-другому склад ума про нечестность. Но э, есть возможность, почему бы и нет. И, например, человек говорит: давай, кто бы. Вот два человека к реке подходят, один говорит, давай, кто быстрее через реку перебежит, ну, переплывет. Давай! Забились, поплыли. Один, короче, по... а река длинная. Один плывет, короче, плывет, а второй по берегу бегает, короче. Один кричит: ты че дурак, я сейчас на ту сторону перебегу, я ж вообще ништяк, я ж тебя победил. Давай, плыви, догоняй. Он говорит: подожди, подожди, я доплыву. В итоге первый плывет, до середины реки доплыл. Устал, как собака. И медленно-медленно плывет вторую часть реки. Ну там течение слабое, ребят. А этот придурок, второй, нечестный который, находит лодку в кустах за километр где-то, да, или там, и плывет на лодке. Шмык-шмык-шмык. И он уже на той стороне берега встречает этого парня, который вручную плывет. А этот тому, который вручную плывет, говорит: Жулик! Жулик! Ты нечестно переплыл лодку! Ой, на лодке реку. Это что получается? Парень, который включил мозг и не ломится вперед! а идет сзади и ищет нормальные легкие пути, он нечестный. А тот, кто бежит вперед, ему сложно, он плывет через эту реку, устает как собака, он честный игрок, правда? Честный плывун. Ну, поздравляю, ребят, я, конечно, за честность, я всегда за справедливость, но в данном случае я бы бегал бы, искал бы лодку. Давайте дальше, а то братуха все умный. Скриншот посмотрели? Давайте дальше. Интерфейс ангара. Сейчас нам кажется, кому, кстати, аллегория или как там, сравнение понравилось, пишите лайк за реку. Вот так прямо и пишите в комментариях. Лайк за реку. И напишите в комментариях, кто из вас, кто из вас поплывет. А кто, кто побежит лодку искать. А очень, очень интересно, кто же, блядь, поплывет. Извините за мой французский. Давайте дальше. Вопрос, короче, я вам сегодня видосы с опросами. Интерфейс ангара. Сейчас нам кажется важным упомянуть два момента. Окей. Новый формат описания роботов и снаряжения. Это поможет вам принимать более обоснованные решения по приобретению нового снаряжения. Улучшенная сортировка снаряжения на складе. Здорово, на складе очень здорово, любое там нововведение будет классно, необычно глазу, необычно пальцем, но классно. Раньше мы пушки не могли продавать с этим хламом, сидели, блядь. Теперь мы пушки можем продавать, возможно, мы и сортировать эти пушки начнем, это очень хорошо, блядь. И смотрите еще прикол. <coughs> Новая, новый формат описания роботов и снаряжения. Это поможет вам принимать более обоснованные решения по приобретению нового снаряжения. Это прикол в том, что к разработчикам к вашему любимому великому нагибатеру, <laughs> братухи. Ракообразная школота и ракообразные, извините меня, пожалуйста, взрослые люди, которые только скачали эту игру. И чтобы покумекать там, они выбирают легкий вопрос. Или разработчику в группе ВКонтакте, или братухи. А какого робота купить? <laughs> Коржа или Рино? А какие пушки повесить? <laughs> Тараны или арканы? <laughs> а что важнее? Ланселот или слот? <laughs> Вот такие вот, ребята, возможно, там будут какие-то новые объяснения, типа, чувак, думай своей головой, блядь. Принимай решение сам. Возможно, не знаю. Не знаю. Меня не ставят э -э -э, в этот. Хотя бы кто-то там, почту мою знает, братуха собака mail.ru. Разработчики, пишите пару писем, хоть какие-то там секреты сливайте мне, чтобы я как-то там на секретных источники, чтобы что-то людям хоть как-то преподносил. Вот, интересное, смешное. Э -э, улучшенная сортировка. Это я прочитал. Давайте дальше. Быстродействие и соединение. Мы все больше, мы все, точки йо нету, короче, на компе пишет, йо, это вверху, там тейбл называется, под кнопкой эскей. <свят> вот там буква йо, если кто не знал. Мы все больше занимаемся, мы все, мы все больше занимаемся технической стороной дела. Оптимизируем и перерабатываем систему. Куда вы перерабатываете систему? Ребята, это надо уточнить. Куда вы систему перерабатываете? Неужели вы ее утилизируете в навоз? перерабатываете его у себя там в желудке, а потом вы даете в виде кала игрока. Вот это интересно, интересно. Давайте дальше. На которой, вот они перерабатывают систему, на которой основна, основана игра. Ну, ребят, давно уже движок надо поменять. Он рулит сурферл, ребята бегают с такой красотой, стреляют друг друга, гранаты взрывают. Четыре вида графики, блядь, можно там включить. Ультра высокая экономия энергии и так далее. Охренеть. Тупая игруха, хуже, чем воробот в 500 раз, и то, блядь, моднее, епта, круче интерфейс и все остальное. Сейчас мы сфокусированы на следующих моментах. Два момента. Внимание! Переработка внутренних систем ангара для, больших, гиб... для большей гибкости и стабильности в работе. То есть они внутреннюю систему ангара сделают гибкой. Ну, интересно, что там будет. Посмотрим. Даже предположений никаких нет. Оставили бы как есть, только чтобы полегче сделали. Настройки качества изображения. Ура! Которые позволят вам самим выбрать, что важнее, красивая картинка или быстродействие. Не прошло и три года. Три долгих года разработчики игры в робот шли к этому. А нельзя было раньше придумать это. Нет, нельзя. Но слава, слава яйцам! Что сейчас они это придумали: Ура, ура, ура! И возможно, это, ребята, будет где-нибудь там, до июня. Ура! Следующее звук. Вот звук. Интересно. В первом квартале, это, ребят, кто не знает, квартал это три месяца. В году четыре квартала. То есть 4 на 3 12 месяцев, поняли? Первый квартал это январь, февраль, март. Дальше считайте сами. В первом квартале, это для школоты, кто не знает, а то, блядь, тупые есть тут. <coughs> В первом квартале 2018 года мы переводим Варобот на новый звуковой движок. Отлично. То есть там будет сам буфер выход 1.17? <coughs> не, я тупой, конечно, но постебаться надо. <как> э новый звуковой движок, двигатель новый там. <мех> Блядь, ну не знаю, как можно звук на двигателе сделать? Залил, <как> <как> не знаю, залил в эхе какие-то там по килобайту с новыми бонь бонь и все, какой там звуковой движок. Ну им виднее, им виднее, я, я же говорю еще раз, я лох в этом плане. Они про, вот им карты в руки. Это сильно повысит качество звука. <как> Интересно, а вы мне динамики <как> в телефоне тоже замените, чтобы качество звука повысилось? Мне кажется, как я слухал хуйню через свои динамики, так хуйню и буду слушать, потому что у меня динамики хуёвые. Не, ребят, нельзя так смеяться. Да. Качество звука. И в то же время снизит нагрузку на девайсы. Да ладно. Блять, никогда не думал, что звук влияет на оперативную память и качество картинки. И обмен данными по интернету. Никогда не думал, что звук 2-3 килобайта телефон напрягает. Ну, блин, буду знать, буду знать. Буду знать. Э, на которых вы играете. Понятно. Спасибо. Спасибо. Будем ждать. Новые звуки, да. И еще, если вы меня, дорогие пиксоники, слышите, разработчики, очень бы хотел бы э, сделать отладку такую маленькую в игре, в обзвуке, в клавишах там звука, да. Э, э, выстрелы союзников отменить. Ну, чтобы ты только свой выстрелы слышал. А то стоишь, и ты еще ни в кого не стреляешь. Человек за 300 метров от тебя хуячит с пулеметами там, с, с таранами, и ты эти звуки слышишь. Вот скажи, нахрен оно мне надо, вот эти вот... Мне бы свой робот нужен, пиу-пиу, или противника, который в меня стреляет, союзников, отключите нахер, или дайте возможность нам отключить, ну, лично для братухи, сделать такую кнопку, просто отключить выстрелы союзников, ну, это напрягает, ну, ну жест как надоедает, это пиу-пиу, блядь, когда сам не стреляешь, вокруг тебя пиу-пиу-пиу, бах-бах, кстати, если вы говорите, что звук влияет на мои девайсы, как раз, вот эти звуки исчезнут, и мой девайс будет меньше грец. это мне так кажется, вот так что, пожалуйста, разработчики, учтите мою просьбу отключите звук, ну, дать возможность отключить звук у союзников. Да и у всех просто задрало нахрен. Лишнее пиу, -пиу. Э -э <знят> Конечно же, это не все. Но мы надеемся, что достаточно полно обрисовали, полно обрисовали направление, в котором мы планируем двигаться. В первой половине следующего года. И дальше уже там Пишется, в последней статье этой серии мы поговорили о кланах. Другие статьи серии, будущее игровых режимов, вароботс планы, воробоц вооружения, кланы и социальные. Отлично, ну, э, два скриншотика не забыть надо ставить Какие-то тут модные пушки рисуют. В общем, ребята, э, нет вот, пиздуйте туда. Читайте своими глазами, оставляйте комментарии. Кстати, сколько там уже комментариев. Единственное, что мне очень не понравилось, то, что надо там войти, то есть авторизоваться. Я боюсь авторизовываться, потому что меня могут там забанить. Они как бы меня забанили во всех группах ВКонтакте на год. В мае, кстати, разбан будет. Да, надо да, посмотреть, серьезно? А, написано, вы добавлены, это официальная группа ВКонтакте, где у меня 514 друзей и там 66 тысяч участников, написано, вы добавлены в черный список этого сообщества, окончание блокировки 22 мая 2018 года в 11 часов 54 минуты, комментарии руководителя, ссылочка на youtube.bi8gu, короче, эта ссылочка уже не работает, потому что это видео я перезалил. Ну, гениально, блядь, гениально. парить в группе ВКонтакте за видос на Ютубе. Охрененно. Ну, короче, вот боюсь я, ребят, авторизовываться. Лично я боюсь. Вы авторизовываетесь там. Проходите регистрацию. И тут уже, ребят, 36 комментариев. Et, et и это, и это нехило. И комментарий. Койот оставил комментарий. Койот я знаю. Вот, ну, Койот не, 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 не согласен со, со здоровьем щитов и физических щитов. Пишет нафиг перезагружать, перегружать экран, этого добавлять не надо. Ну, возможно, он и прав. Э, так что, ребята, идите, шуруйте туда, авторизовывайтесь и оставляйте свои комментарии. Там прям ребята пишут большие-большие письма. Это вам не вконтакте. Тут, возможно, за правильное мнение, за свободу слова здесь. Возможно, там вконтакте-то кто сидит, правильно, да? А здесь, возможно, люди сидят и не будут вас банить, если вы не будете там ругаться матом и вообще нарушать общественный порядок. А просто высказывать культурно на свою точку зрения. Ну что, на этом, ребята, я и заканчиваю. Такая новость. Если вам понравилось, ставьте лайк, пожалуйста, да. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пожалуйста. И когда вы поставите дизлайк, наберите смелости написать причину вашего дизлайка. Как бы лайк тоже причину напишите, что вам понравилось. И дизлайк. Не бойтесь, банить я не буду. Э, те люди, которые неадекватно себя ведут и там пишут, я имел твою семью, вот тех, да, я баню. Ну, дуракам и место, как говорится, в бане. А адекватный там, братуха, ты дебил, потому-то-потому-то. Я это как бы банить-то не собираюсь такие сообщения вы можете у меня под каждым видосом почти найти ну отлично сегодня боев никаких не будет у меня сорвалось дело в том что у меня девушка вроде как зовут Елизавета сейчас посмотрим если Елизавета увидит Сорвалась, у меня хотел сегодня с девушкой поснимать звонил ей днем вот зовут девушку зовут девушку Евгения приятно Евгения зовут она очень хорошо стреляет с автоматом автомат Калашникова очень хорошо стреляет а я это Вова. Короче, вот так вот. Евгения, мы с тобой обязательно э, встретимся. Я про видос тебя на видосе про тебя сказал, так что, возможно, мы будем звонить. Ты мне только отпишись, э, можно ли шутить по-черному там? Э, ну, как обычно, братуха делает. Такой озабоченный <сёк> ушлепок. Но это просто для зрителей, чтобы интересно было смотреть. Потому что есть люди, которые до сих пор еще не целовались. Не то, что там занимались сексом. Ой, а я, я что-то опять про секс. Как только девчонки, сразу. Как... Ладно, не, о, не, не об этом. Видео. Ну, часами могу. Ля-ля-ля-ля. Все, ребята, давайте. Держите хвост пистолетом. Пу, блин. Короче. <сёк> Uh, удачного вам стыку. Стри... Uh -uh. Пока-пока, ребят. С вами был Братуха. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Чао, uh, Мантау Какао.